Этот автомобиль заказчик купил в Германии, за сколько не сказал, но на немецком сайте Mobil.de предложение на аналогичные модели в данный момент от 1400 до 5000 евро. Машину предстоит поставить на учет, а дальше ее перегонят заказчику в Россию. Автомобиль 94 года выпуска, двигатель 2 литра, бензин, механика. Пробег по спидометру 162 тысячи. В машине уже почти 25 лет, но коррозии нет ни на кузове, ни на днище. Отличная, не к чему придраться. Идет отлично, дорогу держит хорошо. Двигатель работает прекрасно, коробка без замечаний. В общем, придраться не к чему, машинка супер. В хорошем состоянии, да. Я не знаю, наверное, здесь хорошо что-то. Автомобиль, выгоняемый из Европы на растаможку, должен сначала пройти процедуру затамаживания. Здесь на него выписывают таможенную декларацию, тогда он может покинуть пределы Евросоюза. Машина прошла все необходимые процедуры и ждет своей очереди на отправку. На этом все. Смотрите наш канал, подписывайтесь. Если интересно, ставьте лайки. Всего доброго.